23 марта глава Северского района Адам Джерим провел рабочую встречу с руководителем компании «Аквалайф» Андреем Полчинским. Главе провели экскурсию по заводу и рассказали о результате реализации инвестиционного проекта в станице Северской. В 2018 году в рамках Российского инвестиционного форума в городе Сочи между районной администрацией и компанией «Аквалайф» был подписан протокол с целью реализации проекта по модернизации завода безалкогольных напитков. Общий объем инвестиций составил более 230 миллионов рублей. Адам Джерим пожелал предприятию дальнейшего развития и процветания. На самом деле это серьезное производство, поэтому успехов вам, хорошей стабильной работы, стабильной зарплаты работникам. Ну и хорошей экономики вам, вот поэтому молодцы. Отрадно, что все это чистое, экологическое, кубанское. А самое главное, это для наших детей, как вы сказали. Поэтому желаю успеха вашему предприятию, здоровья, благополучия.